начала рождения и до последнего дня. Мы каждый час за жизнь в борьбе, чтобы подольше прожить на райской земле. Славим Творца за чудные дела, беречь леса и моря, творить добро, победить великое зло, чтоб не было больше врагов и войны, и всем было бы жить хорошо, тебе и мне на этой вечной земле. Меня зовут Зосова Мария, я являюсь волонтером нашей акции сегодняшней. Мы приехали в Дом ветеранов, Новосибирский Дом ветеранов, который находится на Жуковского 98, чтобы поздравить стариков с Новым годом. Мы размещали информацию ВКонтакте, все желающие могли присоединиться к нам. И таким образом у нас собрались деньги на сладкие подарки для ветеранов. Ну и, собственно, и одно с Артемом – это подарок им телевизор. Как быстро наши дни летят, как день они проходят, и нас с собой туда придут, откуда и приходят. Еще последний час пробьет в стране земной безвестной, и страна ближе подойдет к вечности чудесной, откуда возврата нет, и все так неизвестно. А мне всего лишь 80 лет, как это мало, хоть пережила я много бед, но жить я не устала. Пусть всемогущий Бог подарит вечность мне, жить в раю на земле я буду. Мы тут маленько поплакали. Вот. Ну, вроде всем подарили подарки вот эти. Чуть-чуть у нас осталось, не знаю, кому не подарили. Но старики хорошо реагируют, они прям радуются нам. Смотрите, сами старики конфетки подарили. Я думаю, еще будем приходить и радоваться. Среди высоких крымских гор напоминает мне она о скорби дней моих. Когда-то там в Крыму я счастливо жила, большая трудовая у меня семья была. Беда из-под тишка подкралась, а из Чернобыля взорвалась. Не знали мы тогда, что с друзьями и родными расстаемся навсегда. А те, которые остались, недолго проживут и вряд ли рано заживут. Я теперь живу в Сибири, где мороз и вьюги ломят сердце мне. И лишь одна печаль напоминает, что когда-то я жила на юге, где в Крыму навек уснули мой супруг и сыновья, и не вспомнят